Кровавый спорт 3. В ролях Дэниел Бернхарт, Джон Рис-Дэвис, Джеймс Хонг, а также Пат Морита. Оператор Кевин Линд. Композитор Стив Эдвардс. Автор сценария Джеймс Уильямс. Продюсер и режиссер Алан Мерец. Джейсон? Джейсон. Да. Почему ты не спишь? У нас не спится. Но завтра в школу. Знаешь что? Плевал я на школу. Что случилось? Ничего. Если проблемы, давай поговорим. Не допускают до занятий на неделю? Избил трех ребят? Причем из восьмого класса? Сначала был только один, а потом два его друга навалились на меня. Я научил тебя восточным единоборствам не для того, чтобы драться. Они применяются для самозащиты, а не для агрессии. Я знаю. Поверь мне, это была самозащита. Ясно. Может, мы воспользуемся этим и проведем вместе неделю? Устроим вдвоем поход в горы. Здорово. Тебе уже 10 лет. Пора уже знать, что такое восточное единоборство. И кто такой я. Ты слышал о чемпионате под названием Кумите? Конечно. Это как Кубок Кубков. Побеждает самый стойкий. Верно. Я стал чемпионом. Ты? Ты стал чемпионом? Отлично. Расскажи об этом. Это длинная история. После победы в Кумите я несколько лет прожил на Дальнем Востоке. Итак, джентльмены, все. Ставки уже сделаны. Не хотите ли получить выигрыш? Пожалуйста. Сегодня вам должно вести. Вы знаете больше, чем я? Я видела вас здесь. Извините, что я не замечал вас. Прекратить игру. На пол. Мы сделаем это быстро и не больно. Все на пол. Извините. Отдай нам быстро деньги, иначе мы ее убьем. Здесь не место. Что?
Все сделали ставки. Все, убираемся. Он хуже смерти. Ты взял в сейфе? Да. Бежим. Мистер Кардо, можно вас на минутку? Я вас знаю? Я Франко, кузен Ромеро. А, ну, конечно. Я вас видел. Мистер Ромеро благодарит вас, мистер Кардо. В этом сейфе было нечто важное. Это естественно. Воры похитили ценную вещь. Вы должны помочь моему кузену вернуть ее. Этим занимается полиция. Послушайте, владелец украденной вещи, мистер Дювалье, очень важная персона. Если кузен не вернет эту вещь, его убьют. Вы должны нам помочь. Вы ведь наш должник? Или вы не помните? Я помню. Я подумаю над этим. Но я ничего не обещаю. Мистер Ромеро очень на вас надеется. Что ищешь, находится в Шолоне, склад номер 12. Все слишком просто. И чаевые не нужны. Посмотри на них. Мистер Дювалье будет доволен. Да, вот это улов. А сколько наша доля? 20. Что за черт? Убери это хозяйство. Смотрите в оба. Я туда. Хорошо. Перезвоните позже. Вы спасли мне жизнь, Алекс. Теперь мы квиты? Да. Да. Мистера Дювалье, пожалуйста.
Это плохая привычка. У меня их много. В том числе пить в одиночку. Надеюсь, вы сильно преувеличиваете. Извините, пожалуйста. Мой выход. Мистер Дювалье выражает вам свою признательность за то, что вы вернули его вещи, и приглашает вас на обед завтра вечером. Приходите. Он обидится, если вы не примете приглашение. Я подумаю. Алекс, этот древний меч Шинано побывал во многих битвах. До сих пор острый. Добрый день, мистер Юнг. Я вас не ждал. Что ты приготовил для нас? Дела шли плохо. Я не могу вам заплатить. Не можешь заплатить? Боссу это не понравится. Пойми, не будет денег, не будет и защиты. Это от вас нужна защита. Ой, нет. Возьмите, что хотите. Моя жена не все понимает. А почему такие здоровые ребята хотят огорчить эту милую семью? Лучше не лезь, парень. Тебя это не касается. Нет, меня это касается. Видишь, ты разбил вазу, а я собирался ее купить. Что я теперь подарю бабушке ко дню рождения? Она так ее хотела. Алекс, они вернутся. Они всегда возвращаются. Все будет в порядке. Мистер Кардо? Я рада вас видеть. Взаимно. Ваша репутация вас опережает. Моя репутация? Я всегда был сдержан. Надеюсь, ваш поступок в казино был оценен по заслугам. Извините, мистер Кардо, мой отец, Жак Дувалье. Мистер Кардо, рад, что вы пришли. Это Алекс Кардо, который защитил нашу собственность. Как поживаете? Капитан Да Сильва, полиция Морессы. Полиция всегда с нами. Рад, что вы пришли. Посмотрите, вы видели когда-нибудь такую красоту? Моне. Он был первым художником, который воспринимал свет как элемент формы. У вас был Моне, мистер Кардо? Нет. Я изучил вашу биографию. Торговец картинами, боец, необычные сочетания. И еще вы выиграли прошлое кумите в Бангкоке. Вы осведомлены. Я спонсор нового кумите. Я приглашаю самых лучших, самых опасных воинов всего мира. Я настаиваю на участии лучших, а вы, сэр, лучше всех.
Но вы не пожалеете, если согласитесь. Мистер Дювалье, я не борюсь ради денег. Пока еще. Надеюсь, аппетит придет. Я приготовил сюрприз. Вы произвели впечатление на мою дочь тем, как вы расправились с бандитами в казино. Да, верно. Вы просто чудо. Я просто торговец. Весьма преуспевающий. А вы любите окружать себя красивыми вещами? У красоты много форм. Иногда они невидимы. Чем мой отец заманил вас? Угощением или обществом? Вы для меня сюрприз, мисс Дювалье. Кристал. Отец говорит, что вы будете заниматься бизнесом, связанным с Кумите. Я больше не сражаюсь. Живу обыкновенной жизнью. Но вы необыкновенный. И должны ценить себя, мистер Кардо. Алекс. Но есть вещи, которые не продаются. Деньги. Власть. Перестаньте, Алекс. На все есть цена. Вы решили жить в таком мире? Да, решила. Разве это не видно? Мистер Кардо? Того высокого я тайком вывез из Казахстана. Военный преступник. Машина для убийства. Как мило. Я готов на все, чтобы иметь хорошего бойца. Вы понравились моей дочери. Я пользуюсь успехом. Вы будете драться за меня? Нет. Алекс, я не смирюсь с отказом. Мистер Дювалье, я не буду драться. Ни за вас, ни за кого-то еще. До свидания. Как он посмел отказать мне? Это невозможно. Наверное, он не понял вашего предложения, но тогда попробуем заставить его понять. Что за человек этот Кардо? Что мы о нем знаем? Какие у него слабости? Он не сражается ради денег. Но у каждого человека... У каждого человека есть цена. Он нашел мое слабое место. Это был мастер Сан. Мой самый лучший друг. Мастер Сан? Замечательный человек. Мой наставник и учитель. Ты о нем не рассказывал? Я еще о многом не рассказывал тебе. Я не всегда был торговцем. На каком-то этапе жизни я был вором. Меня поймали и посадили в тюрьму. Там был Сан. Он спас мне жизнь. Он дал мне закалку, не физическую, а духовную, что важнее.
Он был мне как отец. Извини, пап. Первый этап закаливания духа – это фокус и концентрация. Привет, дорогой. Привет. Как дела? Хорошо. Да, мастер Сан у себя в комнате. Спасибо. У него были посетители. Кто они? Богатые люди. Боже. Кого-то ищете? Как вы? Я слышала, что произошло. Мне жаль. Сан был героем. И не просто учителем. Он для вас много значил. Слишком много. Он был моим другом. Алекс, не вините себя. А кого же винить? Скажите отцу, что я отомщу за Сана. Ты должен пожалеть своих учеников. Не так уж плохо для торговца. Но торговца картинами. Во время тренировок не пользуйся настоящим оружием. Это практика? Да, да. Это из-за того, что я потерял концентрацию. Покажи. У парня не должно быть царапин и синяков по всему телу. Разве ты забыл?
Железная рука – это образ жизни. Она не только владеет оружием, но и лечит тебя. Алекс, вы позволили им выжить себя. Не было выбора. Мы не смогли заплатить. Я вам помогу. Никто нам не поможет. Даже когда Лунг был хозяином города, дела не были так плохи. Я помню. Алекс, может, Лунг поможет? Он помогал тебе раньше. Возможно, он поможет вновь? Возможно. Алекс. Алекс. Я очень расстроился, когда узнал об этом. Мое сердце скорбит. Скажи мне, чем я могу помочь? Когда ты узнал? Только сегодня. После нашего телефонного разговора я связался кое с кем. Дювалье заставляет участвовать в кумите. Он добрался до Сана. Он доберется и до меня. Если бы мне дали время... У нас нет времени. Я должен найти способ отомстить. Да. Это мой деловой партнер в Гонконге. Он тебе поможет. Судья. Я помню его. Спасибо. После смерти Сана я был просто опустошен. Потерял смысл жизни. Впервые я не знал, что мне делать. А что дальше? Мой друг Лунг отправил меня в путешествие, далеко в горы. Путешествие оказалось полезным для души, да и для тела тоже. А когда я приехал, меня ждал сюрприз. Я устал. Сколько еще надо делать? Джейсон, суть единоборств в силе духа. Кто победит себя, будет великим воином. Кто это сказал? Конфуций. Очень умный человек. Подвези.
Если ты ищешь работу, тебе вряд ли здесь помогут. Я не ищу работу. Тогда что ты ищешь? Ищу мастера Макадо, судью и великого воина. Ты надеешься найти великого воина здесь, на чайной плантации? Мне сказали, что я могу найти его здесь. Кто тебе такое сказал? Кажется, я приехал напрасно. А ты узнаешь его, когда найдешь? Прошло много лет, Алекс. Я приехал издалека. Меня прислал Лунг. А, Лунг сказал, вы сможете помочь. Вы слышали про Сана? Да, кое-что. Он умер. Я надеялся, что голос лжет. Голос? Выпей чая перед тем, как подняться в горы. Моя племянница. Алекс. Шари. Что ты хочешь, Алекс? Отомстить за смерть Сана. А как? Я не знаю. Мне хотелось убить того человека. Но меня этому не учил Сан. Мне сказали, вы найдете способ. Расскажи мне о Сане. Кем он был для тебя? Он изменил мою жизнь. Он был мне как отец. Дювалье хотел отомстить мне, уничтожив того, кто мне дорог. Кажется, он влиятельный человек. Он пригласил богатых людей участвовать в кумите. Планировал, что они поставят на меня. А он подстроит результаты. Я сражаться не хочу. Что произойдет на кумите? Дювалье поставит деньги на бойца, которого зовут Зверь. И подстроит результаты, чтобы прибрать к рукам все деньги. Что Алекс собирается делать? Ничего. Я не буду драться на кумите. Я хочу, чтобы вы подсказали мне другой способ. Такой способ есть. Я много лет никого не тренировал, но если мой брат выбрал... Брат? Разве вы брат Сана? Если мой брат сделал тебя своим учеником, я должен тебе помочь. Для меня это большая честь. Не мешай этому человеку строить свои планы. Конечно, если в последнюю минуту появится чемпион, это сорвет его планы. Ты можешь стать чемпионом, Алекс. Неожиданность бывает смертельным оружием. Для Дювалье важнее всего деньги и гордость. Его жадность, его слабость. Ты достигнешь следующего уровня, когда станешь един с природой. Сан говорил, для того, чтобы стать воином, я должен быть един духом и мыслью. Вот почему я приехал. Ты поступил правильно. Сколько еще раз? Продолжай, продолжай. Новое кумите будет очень трудным. Твой дух должен быть так же силен, как и тело. Дух мести будет помогать мне. Одной мести недостаточно. Ты должен прислушиваться к своему внутреннему голосу.
Слушай. Сегодня мы будем тренироваться с луком и стрелами. А где мишень? Ты будешь мишенью. Что вы делаете? Лови стрелу. Ловить стрелу как? Просто лови. Ты не поймал стрелу. В чем дело, Алекс? Ты слишком много думаешь головой. Ты должен думать душой. Голова говорит, ей это не нравится. Вы угадали. А что тебе говорит твой желудок? Откажись от старого мышления, если хочешь добиться успеха. Ты слишком много думаешь. Лови стрелу. Куда делся Кардо? Кардо – темная лошадка. Я много вложил в зверя, чтобы рисковать еще и с Кардо. Теперь мы должны сделать так, чтобы он не участвовал в кумите. Нет проблем, сэр. Этот парень исчез. Этого мало. Мы должны сделать так, чтобы он не появился на кумите. Убей его. Я понимал, что Дювалье хочет меня убить. Почему? Потому что если бы я победил, он бы потерял свои деньги. Все поставил на зверя? Да. Он разослал своих бандитов с приказом убить меня. Но я был в горах у мастера Макадо. Что ты там делал? То, что делаешь ты. Макадо помогал отрабатывать каждый удар. Я хотел победить на кумите, чтобы почтить память мастера Сана. Джейсон, подожди. Сила – это не власть. Власть проявляется изнутри. Смотри. Вот это да! Терпи. Алекс, ты должен верить. Вера – это не дар. Ее надо заработать.
А сейчас лови стрелу. Здесь не принято стучать. Нет двери, в которую можно стучать. Тогда я прощаю. Помочь вам помыться? То, что случилось вчера, к тебе не имеет отношения. Сан был мне как отец. И я тебя считаю своей сестрой. Да, я поняла это только потом. Мы связаны нашим отцом, мастером Саном. У тебя добрая душа. У тебя тоже. Это мы получили в дар. Да. И я почту его память. Если выживешь. Кажется, у вас счастливый день. Да, симпатичная штучка. Спрячься за дерево. Кто первый? Ну что, ребята, я не хочу проблем. А мы не можем без проблем. Все в порядке? Пошли. Сегодня будешь отрабатывать рефлексы. Что это? Не двигайся. Она ядовита? Скажи. Конечно. Очень жаль.
скорость – сила. Кимо Лималаму прибыл. Где мне расписаться? Надеюсь, что ты победишь. Я не подведу. Я знаю. Девушки? Следи, чтобы судьи получили это. Да, мистер Дювалье. Я видела, что Алекс Кардони расписался. Наш друг Алекс не приедет на Кумите. Надеюсь, ты не слишком увлечена им. Кажется, наш друг, зверь, будет объявлен воином-чемпионом. Своим сердцем и душой, Алекс. Thank you.
Он приехал. Кумите завтра. Игроки не позволят запретить Кардо сражаться. Но он не должен попасть туда. Необходимо охранять каждый вход. Если увидишь, убей. Не волнуйтесь. Учителя. Надо охранять каждый вход. Да, сэр. Где Юнг? Леди и джентльмены, мистер Дювалье, рад приветствовать вас. Вы увидите лучших бойцов мира на этом кумите. Первыми на ринг выходит зверь и Камачо Зуппа. Это только начало. Мистер Галелло, добро пожаловать. Моя дочь. Очень рад. Большое спасибо. Моя племянница. Очень приятно. Моя дочь. Привет. Надеюсь, вы получите удовольствие. Пожалуйста. У этого человека племянница в каждом городе. В следующем поединке Лима Лама и Сун Хан. Ah!
против Макса Омега. Джентльмены, мы приветствуем чемпиона Алекса Кардо. Следующая пара – Поли против Джей Джей Такера. Пора на ринг. Теперь на ринг выходит Алекс Кардо против Чая. Ставки прежние. Thank you.
Леди и джентльмены, Стеллио против Спаркса. Куда ты смотришь? Следующий. Алекс Кардо против Джей Джей Такера. Кто тебя подставил? Посмотрим. Хватит? Запасись впрок, Джейсон. Рубка дров – хорошее упражнение. Укрепляет запястье и оттачивает рефлексы. Расскажи еще про кумите. Мне пришлось стать боевой машиной. Я был очень опасен. Уничтожал противника одного за другим. Дювалье должен был расплатиться за убийство Сана. И я был готов на все ради этого. Было страшно? Нет. Моя ненависть подавила все мысли о смерти. Вот теперь хватит. Разведем огонь. Спички не нужны. Дух человека гораздо сильнее, чем ты думаешь. Смотри.
Акс Омега против Чун Лина. А теперь Алекс Кардо против Стеллио. Ты труп. Давай. Против Брюса Бёрли. Берегись, парень. Когда я вернусь, я постараюсь с тобой разделаться. Come on.
Алекс Кардо против Макса Омега. Теперь моя очередь. Лама против зверя. Я первый. Против Алекса Кардо. Алекс Кардо.
на звание чемпиона сражаются зверь против Алекса Кардо. Чемпионом. Чемпионом, Алекс. Чемпионом. 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 Убей его.
леди и джентльмены, абсолютным чемпионом стал Алекс Кардо. Пап, когда ты победил зверя, ты убил Дювалье. А что сделал бы ты? Я бы ушел. Ты прав. Именно так я и сделал. И знаешь почему? Да. Если даже убьешь Дювалье, учителя Сана не вернешь. Это погубит твой дух. Я горжусь тобой. Ты хорошо поработал. Понял, чему учили меня мастер Сан и мастер Макадо. Что я почти потерял, а потом обрел. Теперь ты готов. К чему? К началу.